Очень волнуюсь за нашу команду. Диман, как ты? Плохо, ребят. Это только начало. Наш пап крепкий, просто ветер снес. Смело заявляю, что это самая сложная гора. Дочери я не смогу сказать, что я не поднялся, поэтому мотивация очень велика. Тяжело, не выносить. Предыдущие все наши вершины, это была разминка. Возможно, если мы поднимемся на гору, я тоже очень сильно переживаю. Я записал перед отъездом трек. Всем привет, друзья! Честно, очень сильно страшно, когда записываю для вас это вступление, потому что мы продолжаем наш проект «7 вершин». Мы пообещали подписчикам, что мы выполним план «7 вершин» – самых высоких точек всего мира. Напомню вам, что это самые высокие горы всех континентов. Это у нас Австралия, Антарктида, Европа, Африка, Северная Америка, Южная Америка и, конечно же, Азия. Надеюсь, вы помните, что мы уже взошли на две вершины. Первая у нас была. Это самая высокая точка Европы. Эльбрус. Мы успешно взошли на эту гору. Вторая точка у нас была. Самая высокая гора Килиманджаро. Африка. Также мы успешно взошли на эту гору. Теперь на очереди третья гора. Одна из самых опасных из нашего списка. Мы отправляемся в Южную Америку. В страну Аргентина. Где находится она? Гора Аконкагуа. Ну и если честно, я бы тоже очень сильно хотел бы сейчас спуститься. Высота этой горы 6961 метр. Это очень высоко. Вы только представьте себе, что это на целый километр выше, чем Эльбрус и Килиманджаро. Боюсь ли я? Да безумно боюсь. Но так хочется побороть свой страх, да и будь что будет. Я надеюсь, у нас все получится. Мы поднимемся наверх этой горы, поднимем флаг. Ну а ты усаживайся поудобнее, потому что ты отправляешься, как обычно, в это путешествие вместе с нами. Погнали! О, я очень нервничаю. Ладно, все, let's go, поехали. Классика Мавдумадедова. Время 19:55. Приключения начинаются. Немного цифр, друзья. Это будет самый длинный перелет в моей жизни, потому что он займет 41 час 25 минут. Чтобы нам добраться до третьей нашей вершины, самой высокой точки Южной Америки, гора Аконкагуа, нам нужно преодолеть 14 тысяч километров. Ребята, это немыслимо. Мы пролетим через два континента, будет три пересадки. Мы сначала летим в Африку, потом в столицу Аргентины, Буэнос-Айрес, а после этого в Мендосу. После этого мы едем к подножию горы. В общем, ребят, 41 час лета, 41 час. Дай нам силы. Итак, первая остановка у нас в Адис-Абебе. 8 часов 30 минут мы будем в полете. И это только начало. Пиши в комментариях, сколько ты максимум летел. Просто эти 41 час. Мы долетели до первой точки, до Адис-Абебы, 8:30, только что длился наш перелет. Сейчас у нас пересадка, 3 часа 30 минут, и мы отправляемся дальше в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Пересадка, друзья, вот она, в Сан-Паулу, Буэнос-Айрес. В чем прикол? Почему написано 506 и 506? Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, 9:50. Да дело в том, что у нас перелет будет 16 часов с технической посадкой в Сан-Паулу, потому что у нас будет дозаправка, потому что 16,5 часов, но никакой самолет не пролетит. Наша места на 16 часов. Короче, что еще происходит? Максимально интересно. Я в таком вообще первый раз. Мы долетели до Сан-Паулу. Это город в Бразилии. Сейчас пересадка. Некоторые люди выходят, некоторые остаются. Мы час делаем техническую дозаправку. Здесь меняются люди. Мы летим в Буэнос-Айрес, в Аргентину, где уже будет долго у нас пересадка. И после этого мы отправимся еще в Мендозу, где как раз-таки находится наша гора. We
Ladies and gentlemen, welcome to Buenos Aires, Argentina. 16 часов перелета закончены. Летим дальше, это не конец. Чтобы вы понимали, насколько сложен этот трип, мы сейчас с Димариком даже получаем багаж, 11 часов делаем пересадку, то есть мы сейчас заселимся даже в отель, поспим, и только завтра утром в 7:30, сейчас у нас 20:10, мы в 7:30 вылетаем в Ментосу, где еще 2 часа нам прилетит. I want a car. You pay dollar, no problem. Dollar? Yeah. You pay in dollar, no? Yes, card. Card? No. Okay, cash, how much? Yeah. How much? $20. $20? And then? Allow all ticket. Then? Мы же не должны, он должен. Да. You? No, me, oh. You. Me. Five, no. What? So $20. $20? 20. 20? Короче, ребят, самое главное, что мы сейчас быстро перекантовываемся, моемся, и в 4 утра выход, летим дальше. Время 4:02. Мы сейчас выселяемся из нашего отеля и из Буэнос-Айреса летим в Мендосу. Мендоса — это все та самая точка, где и находится гора. Как и не врали, 41 час пути, ребят. Все, билеты получены, багаж сдан. 1:55, и мы будем наконец на точке. Все, 41 час закончится через 3 часа, господи, и мы будем в Мендосе, где находится наша гора, самая высокая точка Южной Америки, гора Аконкагуа. Высота 6961 метр. Такое счастливое лицо, потому что мы прилетели. 41 час 25 минут. Видите, все хлопают. Все хлопают, все долетели. 41 час, 42 суток. Так, мы прилетели, а это означает, пора надевать легендарную кепочку. Наш номер! О-о-о-о! Нифига красиво! Вот Анды! Вот они уже, горы. А самая высокая точка в Андах, догадались? Естественно, Аконкагуа. Сейчас человек к нам пришел. Та-дам! Наш гид! Меня зовут Иоанн, я гид данной экспедиции на Аконкуага. Пермиты для лицензии, мы сейчас едем за пермитами. Сейчас мы едем оплачивать пермиты и оплачивать базу в лагерь, в общем, сервис. Это очень дорого, да? Да нет. Да конечно, сколько? $1000 стоит? Ну, 1000, конечно. Дороже? Все увидим, все расскажем. В этом ролике вы узнаете, сколько реально стоит подняться на гору. За пермитами сейчас мы оплачиваем базовые лагеря, все тут очень серьезно, потому что компания занимается именно размещением и в помощи в логистике по парку. Это все стоит денег. Сейчас мы узнаем, сколько это все стоит. Complete. Thank you. Thank you. Кислорода, скажи, по сравнению с Эверестом. Да, в 3 раза меньше. Ну, по Эвересту 10% разница. С Эвересту всего 10%. 10%, то есть на Эвересте 30% давления от уровня моря, а у нас здесь 40% будет. А мы посчитали на Эльбрусе сколько? 70. Офигеть разница.
При восхождении на гору Аконкагуа высота сильно ощутима. Атмосферное давление на вершине около 40% от давления от уровня моря. Что это значит? Вы сейчас смотрите этот ролик и получаете 100% атмосферного давления. Это необходимое количество воздуха для нормального существования организма. Для понимания, на вершине нам надо будет делать в 3 раза больше вдохов, чтобы получить то количество воздуха, которое получаете сейчас вы при просмотре этого ролика. На Эвересте на вершине около 30% атмосферного давления. То есть разница между Аконкагуа и Эверестом всего 10%. Поэтому опасность горной болезни увеличится в 2 раза по сравнению с тем же Эльбрусом. Аконкагуа. Могу сказать одно, сердце бьется, как только мы сюда приехали, потому что я понимаю, что это будет очень сложно, потому что почти 7-тысячник, 6961 метр над уровнем моря, это на 1 километр выше предыдущей горы Килиманджаро. И мы пообещали подписчикам, что мы выполним план 7 вершин, самых высоких точек всего мира. Забыли вам сказать, сколько стоит восхождение на самую высокую гору Южной Америки. Итак, стоило все вместе с трансфером, с палатками, со всеми полностью обеспечениями в парке. Все включено стоит. Рен. А, щус. Yes. Okay, shoes we have to rent, but you go to Aconcagua? Aconcagua, yes. No. What's your size? What size? Какой у тебя размер? 23. 43. Получается, у нас расчет, примерно мы планируем 300 граммов в день на команду. 13 тысяч рублей стоил газ. Нормально, в принципе. Это ну сколько там газ? Как в России. Вторая аренда. Boots. La Sportiva. Окей. No Sportiva. Sleep. Sleep. Maximum Extreme. Si. Сами такой Кунгуага, комфорт. 13. Будем стараться искать дальше, что? Если вы считаете, что это холодно, я еще посмотрим варианты. И лучше утром еще приедем, как бы. Давай, у нас время есть. Как вы заметили, на Аконкагуа ну, есть проблемы с экипировкой, с арендой экипировки. Моя рекомендация, все же, особенно если мы говорим про обувь, про кошки, привозить свои. Есть риск, что вы приедете, у вас всего полтора дня на сборы здесь, да? И вы можете просто не найти в сезон ваш размер обуви. Заканчивается первый день, у нас мы не нашли в аренду в Мендосе. Почему-то, я не знаю, здесь от самая высокая вершина в Южной Америке. Но здесь нет теплых ботинок, кошек, теплых спальников. Иван сейчас будет пытаться через всех возможных гидов найти в аренду все эти вещи. И завтра с утра мы постараемся это все выцепить. Самое главное, что у нас 12:30 уже отсюда отходит трансфер уже на гору. Нам нужно будет все это успеть завтра утром сделать, буквально за 2-3 часа. Взять в аренду, а в крайнем случае... Купить. В крайнем случае. Купить. Это потом очень, продадим это, нами. Это дорого. Это дорого, ребят. Все очень дорого. Ладно, все, отдыхаем. Завтра утром снова ритм, снова вещи, снова... Короче, много всего. Все, спокойной ночи. Так выглядит наш завтрак. Сегодня мы уже выходим на первую высоту. Два сколько у нас? 2800. 2800. Я взял яичницу, сосиски какие-то, фруктов. Взял Nesquik, потому что из детства всегда, вот как тогда он только в детстве пил Nesquik. Теперь я ее пекан взял, много сока и фруктов, и кофе, естественно. Пока мы сидим и кушаем, я вспомнил про такую историю. Была знаменитая катастрофа в Андах, что называется одноименный фильм художественный «Чудо в Андах». Команда бейсболистов летела, упал самолет на высоте 3600 метров. Около 70 дней они выживали там, и после этого они пошли по горам. То есть невероятная история, до сих пор никто не понимает, как они выжили. Но мы только что загуглили, оказывается, летели они из Мендосы в Сантьяго. И получается, это место где-то рядом. У меня реально большая мечта есть снять такой выпуск, то есть прям из этого города. Города вылететь на вертолете, приземлиться в той точке, где действительно было крушение самолета, и начать пеший маршрут, идентичный, такой же, как вот шли ребята. По ботинкам.
поступила информация среди узких кругов альпинизма, что есть высокие шансы сегодня Диме найти высотного бога. Кайф. То, что нужно. Вот да, они высотные. Раз, два, куча вариантов. Вон еще хороший скат. 43,5, Дим, вот эти. Такое ощущение, что, Дим, мы находим сейчас ботинки. Мы преодолели 14 тысяч километров. Мы преодолели 41 час полета, чтобы оказаться здесь. Попытаться взойти на самую высокую вершину. Вот этот груз, ответственность, деньги потраченные, которые на эту экспедицию, это огромные деньги. Мы никогда в роликах, вообще никогда в жизни своей не тратили такое количество денег, правда. Я не думал, что будет все так сложно. Нам не дали в аренду, потому что мы другой компании идем. Просто люди говорят, ну окей, мы не дадим. Я не понимаю, вот в России люди бы дали, потому что мы преодолели 41 час, 14 тысяч километров преодолели. Мы преодолели огромный путь, чтобы снять крутой блог. Мы все об этом им сказали, им все равно. Говорят, ну идете в другую компанию, мы не дадим вам в аренду. Hello. Hello. We need a rental. Boots, La Sportiva. Shoes. 200 рублей российские, а? Вот знаете что, вот мне нравится, что русские везде, вот. А? Мон, смотри, нормально? Да. Это не как у тебя прям топ, но в них заходят на... Аконкагуа. Да. 56 тысяч стоит аренда на Димарика. Это типа новое или это рент? Рент, я. Very small. Very small. Very small. Это рент, это not rent. Yeah. Где он? Да. Она не больше. Немного больше вообще? Нет, ну да я даже уже. А он что говорит? А максимум? Да, максимум. Не, не максимум. Максимум? Нет, 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 смотри, вот все нормально, она больше. Вот. Смотри, насколько больше. Втягивает это все. $120. Бери. А сколько стоит у нас в России? Ну так же стоит. Все, мы купили обвязку, теперь все снаряжение у нас есть. Осталось только отправиться на маршрут. Все, приключение начинается. Начинаем нашу экспедицию. Good luck. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Все желают удачи. Первый раз тогда? Нам все желают удачи везде. One, two, three. Воу! Все, теперь мы точно, мы заряжены, ребят, с водилой. Я не мог Леху одного отпустить, поэтому куда он, туда и я. Ее необходимо снять красиво. Если это сделаю не я, то кто? Возможно, если мы поднимемся на гору, я тоже очень сильно переживаю. Я записал перед отъездом трек. Это будет что-то невероятное, потому что, мне кажется, вот так нужно показать свой первый трек. Где-то на самой высокой вершине. Мы на 2600. В общем, это первая наша остановка. Здесь мы для того, чтобы начать акклиматизировать свой организм. То есть мы еще не вышли на трассу, но это первый отель, где мы будем проходить акклимуху на 2600. Смотрите, сейчас нам нужно раскидать вещи, то, что поедет на мулах, а то, что нам не нужно будет вот эти два дня. София. Алекс и Дима, мой оператор. И Иван, это great guy. Yes, yes, we met last year. Yeah, good plan. Yeah. Three people and what kilograms and maximum of 200? 220. 200 килограмм максимум. А у нас 80, дай бог. Подожди, это с людьми вместе считать? And a people, and a people, and a baggage. Total weight of people and baggage. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я вас очень прошу, мы идем к 5 миллионам подписчикам. Ну где вы еще такой контент найдете? Здесь! Самые высокие вершины мира. Сделайте кнопку обязательно серой, если она еще красная. Ну правда.
Что хочется сказать, врать не буду. Появляется маленькая дышечка. Как посидел, встал, чик, поплыл. Все как старые добрые. Благая челочь, 10 приседаний. И чё? И смотрим, что будет. 10 приседаний, и чё будет, окей, погнали. 20. 20. Называй. Все вниз. 20. Раз. Два. Это нормально. София, it's okay, it's normal. Нормально? Нормально, тест пройден. Выключай камеру. Знаешь, тест пройден. И упал такой, знаешь, чисто. Мы едем. Распаковка номера. Ой, хорошо. Ой, отлично. Дим, давай. Камень нужна, кто спит на двухспальной, кто спит на односпальной. Да что ты-то? Ты-то отдельно живешь. Давай. Пусть отдельно. Ты с нами будешь? Давай с нами жить. Да прикольно, давай, будет давай, весело. Кто будет спать здесь? Кто будет спать на большой? Камень, ножницы и бумага. Раз, два, три. 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 Что делать? Так, я проиграл. Ну вы решайте, чё, блин. Камень, ножницы и бумага. Раз, два, три. Ты выбираешь, ты оператор у нас спит здесь, Иван спит здесь, я здесь, да, получается? Но мне кажется, жить втроем веселей. Мы пришли на ужин, и так, наконец-таки начинаются наши альпинистские будни. Наш гид Иван уже готов поедать еду, которая будет. Что у нас здесь есть? Смотрите, пирожки вкуснейшие. Всякие различные протеиновые батончики, персики, очень много фруктов и винища. Очень много винища. Ни на той горе мы не видели столько винища. Мы находимся в Аргентине, Мендоса рядом. А Мендоса, что это? Да, все верно, мои умнички. Это родина Мальбека, сухого красного вина. Я хочу сказать, что чувствуем мы себя неплохо. И сейчас мы увидим, как кормят альпинистов. Все это абсолютно включено, когда ты идешь на Аконкагуа. То есть вот эти вот деньги, которые мы заплатили, 13 тысяч долларов, это все включено. Тебя кормят, поют и иногда переводят. Возят из точки в точку, то есть как-то был сегодня трансфер, например, до этого места. Сейчас будем смотреть, какой будет у нас вкусный ужин. Проголодались жутко. А как так происходит? Смотри, вода. Вот кока-кола, волшебство. И она лед, смотри, превращается. А как? Вот такое волшебство на горе Аконкагуа. Вот так едят альпинисты в Аргентине. Вот это мясо. Очень вкусно. Сухо, 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 конечно, но вкусно. Жесткое мясо. Да. Жесткое деревенское мясо. Да. Просто хардкоровое. Обрати внимание, кровь есть. То есть это прожарка такая очень крутая. Зачем? Вкусно. Очень вкусно. Не, кормят тут, ребят. Альпинистов кормят топово. Чтобы вы понимали, сейчас немножко покажу внутрянки. Вот это все каждый вечер готовится. Дима перебирает, это все смотрит. Зарядочки, здесь уже стоят квадрокоптеры, все. Баулы все разобраны. Это происходит у нас каждый день. Я не то, что хочу сейчас сказать, вот какие мы молодцы, посмотрите нас. Но это правда огромный труд. Самое главное, мне не навернуться с этой верхней полки. В общем, мы сейчас будем отдыхать. Первый день акклиматизации у нас подходит к концу. Высота 2600. Завтра мы уже будем подниматься выше. Все, до завтра. Увидимся. В общем, за погоду нам ставят условия, что если мы полетим завтра, а вертолет стоит много ни мало, это 1300 долларов, и он не долетает, он не отдает деньги. Такие правила в Аргентине. 1500 долларов – это очень много. Поэтому мы думаем, не пожалеем Диму, нашего оператора, меня и Ивана, и сегодня отправимся в базовый лагерь. Сейчас вот будем созваниваться, не знаю. Он очень вредный. Очень волнуюсь за нашу команду. Правда, первый раз такой вайб, что мы настолько как-то собраны очень сильно, мы настолько волнуемся, мы настолько переживаем. Аконкагуа – это правда уже что-то такое максимально серьезное. То есть это гора, здесь очень все заряженные люди, здесь видно, что здесь очень много профессионалов. То есть не на шутку, здесь действительно экспедиция. Можешь какие-то комментарии дать по мне? Что будет со мной? Да ничего не будет, с Димой хватит разводить сопли, как бы, ну, надо настроиться на... Хватит разводить сопли? На бой, не бой, как бы, на дружбу с каменным стражем.
с горой Аконкагуа. Я давно уже говорил, что я не боюсь ни сколько гору, ни высоту, сколько снег. Я еще не понимаю, точнее, я еще не осознал. Я думаю, что я осознаю гораздо позже, и это будет уже, наверное, поздно для меня. А вы уже были, да, на вершине? На вершине не был, до вершины не дошел. Не дошел? А вы один были? Реально один без гида? А вы вообще были там на вершине? Русского парня мы видели только что, он не взошел, говорит, погодные условия очень плохие. Честно, выглядел он очень помято. Слышал, Иван? Он прям вымучен. Это тяжело, Аконкагуа. Не, просто до этого, когда мы на Эльбрусе встречали людей, которые не восходили, они обычно такие, ну да, но не получилось. А здесь человек просто, он невменяемый сидит. Ну, 18 дней потратил. Он просто невменяемый. Ты видел, как он устал? Подожди, она за рулем была? You driver? Yes. You best driver? Окей. Окей. Ну что? Первая встреча получается. Сейчас открываем эту дверь и видим каменного стража Аконкагуа. Аконкагуа? Аконкагуа. Yeah. Высота горы Аконкагуа составляет 6961 метр. Аконкагуа является высшей точкой американского континента, Южной Америки, Западного и Южного полушарий. Неофициально вершины часто называют «каменный страж». Гора также входит в список 7 вершин, высочайших вершин всех континентов. Сейчас идем искать пилот вертолета, чтобы с ним договариваться о том, когда мы улетаем. А если мы не договоримся, мы останемся внизу, да, здесь? В отеле, да. What do you need from a helicopter? Yes? You call me and call me and yes, call yes, me. Yes, 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 yes. Yes, but the problem is, when you say, okay, captain, go, I fly, I say, oh, it's short, yes, but it's, there are many problems during the I never pay back the money. You do, you say, Captain, I need to go. Today was perfect. If you... Today? Yes, in the morning. Possible, go? Go, okay. No, no, but right now it's impossible. I started with my with my barbecue, okay? Maybe in the afternoon, if the weather is okay, I pick up you. Only, what say, how many kilos do you have? 50 And use the scale, yes, puk puk, and we take that note about yes. about yes. your kilos. Мы все такие жирные, 87. Вся надежда на Диму, пролезем мы или нет? 76. Так и говорил, все. С вещами, да? Плюс 50, right? Right? Okay, right, baggage 50. 15, 15, yes. Yeah, yeah, yeah. Мы не такие жирные, как на самом деле. Мы посчитали 58 вместо 97. Да, 97, не знаю, как этот чувак считал, но не важно. Итак, что происходит? Мы в этом отеле остаемся на высоте 3100. Мы здесь остаемся и ждем, пока будет разрешена погода взлететь нам на хеликоптере туда, на базовый лагерь. О, great! Парни, посмотрите, какой топ. Я считаю, это идеально. Чисто нары. Здесь уже прохладно. Ну, да. 300. 300 уже прохладно. Но чем выше, тем условия хуже. Сейчас мы уже идем на третью вершину из списка 7 высочайших вершин мира. И третья вершина, ну, это тот этап Аконкагуа, где
начинается уже высотный альпинизм. Выживаем, топим снег, пытаемся согреться в суровых условиях высокогорья, живем в палатке, ведем в кошках, берем ледорубы и выходим на высоту. В данном случае у нас высота будет выше 6000 метров, поэтому, безусловно, ребята волнуются. Today. Yes. Today. Ой, си. Ahora. Right now. Yes. Все. Окей. Okay. Это настоящий шок. Мы уже были уверены, что мы останемся здесь на ночь. Хеликоптер говорит, мы отправляемся в бейскэмп. Ребят, вот так вот на Аконкагуа мы реально вот лежали, вот так есть. Дима не сразу камеру включил. У нас шмотки все разбросаны. Просто чувак заходит и говорит, ребята, в бейскэмп вылетаем. Русу, right. Я только что звонил Олегу, и он сказал, что уезжает завтра, потому что... Серьезно? Серьезно? Бро, а мы завтра точно вылетим? Sí, es muy probable, pero hay que esperar las condiciones climáticas en Plaza de Mula. Но вам придется дождаться погодных условий. Будем ждать так же. Окей, бро! Bueno. Thank you so much, brothers! Thank you so much! Thank you so much! Коротко о том, как все проходит. Я уснулся. Мы вылетаем. No! Мы ночуем сегодня на высоте 300. Хорошая высота для акклиматизации, чтобы немножечко... Правильно, да, Витя? Правильно, Грюгит? Привести себя в порядок. Привести себя в порядок, почувствовать, что наконец-то горы уже начинаются, высота. Чувствуем себя хорошо, головы не болят, все прекрасно. В общем, все. Завтра, надеемся, уже вылетим и посмотрим на самую высокую вершину Южной Америки уже с высоты птичьего полета, с вертолета, и посмотрим уже вот эту самую цель вершины. Все, спокойной ночи. Ребят, будете смеяться? Сейчас на часах 10 часов вечера, 20 минут 11, и приходит сообщение от пилота вертолета. Good evening, sorry for delay. Please tomorrow come here at 6:30 a.m. В 6:30 a.m. мы должны быть у него. Пи***ц. Встать в 5. Этот пилот просто какой-то. Он решил нас, короче, прокачать немного. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Время 6:10. Мы ждем машину. И надеемся, что мы улетим. Через 5 минут должна быть машина, и она отвезет нас до вертолета нашего. Где, по идее, пилот сказал, что, ребята, вставайте, и мы полетим. Окей. Да, сегодня мы будем уже в базе на 4380. Ну вот, больше вот так вершину. Ну, в течение восхождения не увидим. В следующий раз мы увидим только, когда мы будем стоять на пике Аконкагуа. Все это было до этого акклиматизации, ребят. Мы находились в отелях на высоте. Это была прелюдия горы Аконкагуа. Вот сейчас начнется. Мы садимся в вертолет, летим ровно 10 минут и попадаем в базовый лагерь. Высота 4380. 4380, друзья. Это выше, чем Чикет. Это примерно где скалы Пустухова, если вы хоть раз вообще смотрели на Эльбрус. Или... Пониже, конечно, но... Ну, где-то примерно там. Страшно очень, но я надеюсь, что мы поборем этот страх. Вообще, комментарии подписчиков – это, наверное, самое приятное, что я получаю от этих гор. Потому что ту поддержку, которую они оказывают, это очень сложно с чем-то сравнить. Спасибо вам, друзья. Я всем вам благодарен. Я очень вас всех люблю. Лед был жесткий. Диван, 3 минуты лететь. It's very really hard. Extreme. Hard flight. The helicopter? Yes. But it's only a few minutes against the... How long? 7 minutes. 7 minutes. Yes. 7 minutes. Uh-huh. 7 minutes. Against the... Казалось, что это вечно. Просто страшно, кажется, дольше. Это вечно, кажется. Высота 4300, best camp, базовый лагерь. Отсюда начинаются приключения. 4300, тоже очень высоко.
базовом лагере вот такой кондор есть. Он, видимо, желает удачи всем. Вообще, на самом деле, первый раз так ощущаешься, что здесь реальный лагерь. Здесь, чтобы зарядить телефон, нужно заплатить $5 USA. Если у вас большой девайс, то есть большой пауэрбэнк, вам нужно заплатить $10. Высота 4300. Димарик, видите, камера немного покачивается. Димарик немного уже у нас начинает такой... Тут ты начинаешь ценить простые, вот простые вещи. Каждый день ты в Москве пьешь кофе и думаешь, фигня. Здесь кофе, мы ждали час. Господи, как вкусно, солнышко вышло, все. Жизнь радуется, жизнь начала улыбаться. Ура. Итак, это наша VIP-комната. Ребят, круче мы не могли представить. Это все очень круто. На камень ножницы решаем, кто сверху. Подождите, но нужно понимать, что так живут не все. А то, если вы обращаетесь в правильную компанию. Я думаю, вот сейчас начинается самый контент. Сейчас Димарик начнет откидываться. Ну, все как по старой схеме, ребят. Это уже четвертый ролик про горы. Вы все знаете, как четвертый раз Диман с нами. Ты вообще нормальный? Ты как вообще? Скажи, ты ебобо, зачем ты идешь опять в горы? Да. Ты же плюешь тут обычно. Просто скажи, смотри, я крутой мужик, и я хочу доказать. Я просто булимичка со стажем, поэтому я люблю. Булимичка. Булимичка это же булевой, да? Да, кто блевать любит. Что хочешь сказать? Суп не как у мамки. Русские девушки, если вы смотрите, я понимаю, что все скучают по дому. Вот, пожалуйста. Три курицы, начинается еда, как начинается. Помните, эти стейки, забыли про них? Сельдерей? Можно я покажу свой суп? Покажи свой суп. У меня там вообще просто... Не, у тебя кусочек побольше, по-моему. Да, ну, Ивану больше всех попало. Чего-то нет. Пока, пока база в лагере, раз. Немножко зачаровал. Итак, второе блюдо. Хорошо, да, вроде. Мало. Thank you so much, ladies. Первый раз я вижу рис. Это каша, да, наверное? Неизвестно. Розовая каша. Не, есть можно. Просто если неделю мы тут попитаемся, так, то это худеем. Ну, похудеем. Hello, my name is Gabriel Estosiski. I am from Colombia. I work as a camp manager, mountain guide, and electronic engineer. Regarding how much people reach the summit each year, I think from 20 to 35%. Very few amount of expeditions that made it. Ну, сегодня мы сходим буквально часа два погуляем. Нужно набрать высоту 4500? Метров 200 хотя бы. И когда мы спустимся здесь, сюда, уже для организма эта высота будет более привычной и легче будет спаться. Вот какая красота. Даже не верится, что мы идем на эту авантюру. И даже посмотри, сколько людей хотят подняться на Аконкагуа, да? Ну это и немного, да, людей? Это вот палаточки. Ну сколько-то человек 100 надо? Вы пробовали саммит? Да, да, правильно. Today competition. А так summit is one and today competition summit. Maybe 200 meters at the top and go to back in base camp. Where are you from? Russia. Oh, you nice. From? France. France? Cool country. Have a nice day. Bye. Oh no, it's just I'm tired. Высота 4600 метров. Только вдумайтесь, насколько сложно нам идти, осознавая, что 2 километра 400 тысяч вверх. Народ, коротко по ветру! Мы дошли до точки, где мы сегодня акклиматизацию заканчиваем. Это у нас 4666 газ Гармина. Вот, мы поднялись на 360 метров вверх. Гулялись, Дима хорошо себя чувствует. Вон, вообще супер. Глаз бы вывел. В общем, ребят... Ветер очень сильно, реально, я, ну, не помню, чтоб так на какой-то горе дуло, прям у базовых лагерей. Мы сейчас спускаемся вниз отдыхать, все, пошли. Слушай, а мы что, прям на лютой диете, да, здесь? То, что, блин, мяса теперь вообще нет. Very tasty. Yes? Yes. Okay, great.
Все, я погнал. Простите меня. Вот уже в лагере потемнело. Ну, в смысле, еще не вечером, просто свет. А солнце зашло за горы, и вот такая большая тень везде. А мне до сих пор легче не стало. Все тошнит. Болит голова. Я не могу есть. И запах еды у меня вызывает страшные позывы. Я не знаю, что они там жарят, но это просто невыносимо. Они как будто все сжигают. Простите, ребята, я не могу. Это мой друг, да. Ближайшие 24 часа. Regarding accidents in the mountain, I think the worst was last year. It was very, very snowy, a lot of ice in the route. And in 1 week, we have 3 deaths that they just fell down from the slopes of ice. Ну, получит прям конкретно. Братан, базовый лагерь только. Это только начало. Честно признаться, тяжеловато. Ван, как вы себя чувствуете? Нормально? Сейчас попкорн будет лучше. Чувствуется, проседаем немного. Thank you so much. Welcome. Стучки. Нет, смотри, как вкусно. Мясо, картошка. Вот это еда. Это вкусное мясо? Дядя. Жирненькое. Для базового лагеря то. Да, для базового лагеря что. Чтобы вы понимали, вот так происходит. Оклемуха. Тебя тошнит, брат? Дима. Да не бойся. Диман, как ты? Плохо, ребят. Плохо? Да. Мы не можем тебя потерять в базовом лагере, брат. Ты должен дойти хотя бы до штурмового, бро. Что-то Димарик расфигачивает сразу. Да не, он дойдет дальше. Просто он всегда так, да? Его симптомы говорят о том, что возможно развитие язвы желудка. Вот, возможно, пересечение. Так, мы готовимся к первой ночевке. Сразу спартанские условия, в спальниках спим. Ну все. Вот так. Братцы, спокойной ночи. Ветер снес огромную палатку, у которой тяжелая конструкция, там реально железа было очень много. Она просто улетела и пролетела на метров 20-25. Я спал на второй шконке, вот, и сделал 3 сальто, вот, перед тем, как очутиться на земле. Я вообще улетел со второй полки. Нашу палатку в трепезги просто ветер снес. Вот они, ветра Конкуага. Такое впервые у меня, блин. Большая палатка была, коли были вбиты. 2 кровати. Просто кровати. В разные стороны. Нет, купола. Смотри, купола вообще нет. В общем, здесь реально, ты понимаешь, что предыдущие все наши вершины, это была разминка. Просто в кашу, да? Наша палатка просто в мясо. Это первый случай в моем опыте, чтобы базовый лагерь так сильно разносило, да. Отчитываем убытки. Ветер не стихает, он дует. У Димы нет пуховки. Пуховка улетела. Только новая. Только мы ее купили в Москве для этой поездки. Не знаю, найдем мы ее или нет. Дим пока без пуховки. У него также разлетелся в спальник в щепки. Сейчас солнышко выйдет, и будем начнем искать все. Вот мы находимся сейчас в базовом лагере. Здесь дух другой, здесь люди по-другому собраны. Это не сравнить ни с чем. Здесь очень заряженные люди. Они все понимают, что идти очень опасно. Но все хотят. Главной причиной плохой погоды являются в основном влажные ветра, возникающие в Тихоокеанском антициклоне. Потоки идут на юг и поднимаются на запад, сталкиваясь с горным хребтом, охлаждая и таким образом высвобождая влажность в виде снега на вершинах Анд. Мое состояние я оцениваю как среднее. Я не могу сказать, что это как вчера, но не могу также сказать, как позавчера, когда все было хорошо, и я спокойно ходил, бегал, прыгал. Спустя 4 часа Димарик находит в обломках свою... Нашел! В обломках находит свою. Красава! Нам дали наконец-таки новый дом. Вот он. Точно такой же, пацаны. Но поприятнее. Чего вы так с опаской-то заходите, парни?
Сейчас опять улетит. Как легко сделать человека счастливым. Сначала нужно отобрать, а потом вернуть. Вот у нас сегодня дом утром разнесло. Сейчас у нас вновь появился и немного поднял нам настроение. Я верю очень, что мы все дойдем. Я очень верю. Не представляю, как уже мы будем на штурмовом лагере в 6000 метров. То есть штурмовой лагерь находится выше, чем Килиманджаро или Эльбрус. Это очень высоко, на такой высоте я никогда не был. После этого еще 9 часов нужно будет пройти и попробовать испытать удачу, попытать удачу штурмовать самую высокую вершину Южной Америки. Мы надеемся, что эта ночь протечет гораздо безболезненно для нас. Ветра нет вообще никакого. Надеемся, мы сегодня выспимся. И завтра у нас уже по планам первый лагерь. Завтра уже высота 5000 метров. Верьте в нас и держите кулачки. Да, держите за нас кулаки, ребят. Сегодня мы уходим уже в первый лагерь. Неизвестно, будет там связь или нет. Естественно, для дочери, для Миланы, надо записать видео. Миланик, любимый, вот твой отец. Твой отец уже на высоте 4400. Сегодня уходит уже в первый лагерь. Ну и там у меня не будет связи. Но я буду все эти видео записывать. Обязательно потом посмотришь вот этот вот крутой видос. Вот, надеемся, у нас получится подняться на вершину. Удача будет с нами, пока погода там не очень хорошая. Но я тебя очень сильно люблю. Слушайся маму. Все, я тебя целую. Через 5 дней. Ну, через 6 максимум. Опять увидимся. Целую тебя. Часто во время восхождения, понятно, просыпается внутренний голос, который говорит, зачем тебе это, не нужно, да, то есть разворачивайся. Я всегда говорю командам, участникам, не верить себе. Все, идем в первый лагерь. Ты что так нервничаешь-то? Раз, два, три. Все получится у нас. Сегодня мы вышли наконец-то на гору. Идем до первого лагеря до высоты 5050 метров. Переход примерно займет, я думаю, с отдыхом не больше 4 часов. А взлет сегодня довольно быстрый. Набор. Мы видим, что уклон такой, ну, постоянно набор. Вот мы наберем сегодня чуть более 700 метров. Если говорить про программу восхождения, то мы идем в альпийском стиле. Это спортивный формат, то есть мы не спускаемся постоянно на отдых. Да, это тяжелее. Мы нашу акклиматизацию получаем, добавляя доп. День в каждом лагере. Это сложнее, но учитывая техническое задание, которое дал Леха, сказал, блин, надо идти спортивно, у нас мало времени, да, то есть нет времени на много отдыха, поэтому я предложил вот идти в таком формате. Итак, высота 4620, и базового лагеря все уже практически не видно. 4700, нам осталось 300 метров набрать, и будет первый лагерь. Как только тебе становится тяжело, ты смотришь на красоту вокруг и понимаешь, какое же это величие. И соприкасаться с таким величием природы, это бесценно, друзья. Я вас поздравляю, ребят. Дамы и господа, смело заявляю, что это самая сложная гора. Я даже не понимаю, как снимать дальше. Очень тяжело, очень устаешь. Очень плохо. А дальше будет только хуже. Дим красава снимает все до сих пор. Ровно, смотри как. А? 5000 метров. Это штурмовой лагерь Килиманджаро. А? Выше, чем штурмовой даже? Че ты-то как? Я сейчас камеру положу. Так. И пойду заниматься своим делом. Диме, конечно, тяжело, но он проходит акклиматизацию. Именно поэтому мы здесь находимся 2 дня, чтобы его организм, ну, как бы организм всей команды адаптировался к этой высоте. То, что его тошнит, головная боль, это, да, неприятно, но это абсолютно нормальная история. Это как раз цель нахождения нашего здесь, да, на этой высоте 2 дня, для того, чтобы как раз организм адаптировался к этой высоте. Я считаю, что гору надо уважать. Очень. И ее желание в каких-то моментах – это закон. Если ты хочешь обмануть ее и переиграть, возможно, что это плохо кончится. Ну что, наш первый лагерь, рум-турчик. Теперь у нас вот такая палатка. Вот здесь мы живем. Ой, блин. Как высота бьет, а. Ну, такое выживание на горе, я считаю. Как выглядит наш быт? Солнечная батарея, powerbank. Также вставляем
И, да, заряжается. Ну, вот так, на весь день. Источник энергии. Парни, мне кажется, хорошо живем. Вот такой у нас немножко отдых сейчас будет после перехода. Вот так выглядит теперь наша еда, как космонавты почти. Главное, что здесь 418 калорий. Ты не предупреждал, что будет так тяжело. Когда тяжело? А пока легко, да? Ну, я так понимаю, в каждом лагере будет так. Будет ухудшение. Хуже, ну, по температуре. Температура, самочувствие. Давление, да? Ребят, знаете, что я хочу сказать? Вот огромное спасибо вот этому парню. Дима реально человек не сломленный, реально. А я не знаю, как он вообще здесь еще находится, потому что даже мне уже не очень хорошо. Шел я не активно, быстро, мне тоже как бы втащил этот стан. Так а что, конечно, ему же нужна еда. Нужна, но ему плохо, сейчас говорить сразу, кажется. Есть? Мне кажется, поужинать надо. Я бы не ел. Но ночью он будет без еды, что ли? Ну, надо печенюшку кушать, печенье сладкое, калории. И чай пить, все, с лимоном. Очень вкусно. Будешь еще есть? Давай печенье, чай, сладкое печенье, пошел. Вот посмотрите, как такое возможно? Это двойное солнце, солнце от радуги. Как угодно называйте это природное явление. Но невозможно передать те эмоции, которые мы сейчас испытываем, сидя на 5000. Такого опыта ты нигде не получишь. Нигде никогда. Завтра мы весь день здесь проведем, будем акклиматизироваться. Надеемся, что Дима отойдет потихонечку, потому что сложновато ему пока. Но лайки ваши, комментарии, бьют в поддержку, пожалуйста. You're welcome. На 5000 мы ни разу не оставались на ночь. Ни одного раза. Все, спокойной ночи, увидимся завтра. Вот так мы сегодня будем спать. Ну, уютно же, да? Очень. Дим, ты как? Средненько. Нормально все. Доброе утро. Первый день на 5000. Вот такой вечер был всю ночь. И он не дает спать. Понимали, этот ролик еще и самый крутой с точки зрения выживания, потому что всегда у нас было где-то в лесу, в доступности был телефон и все остальное, здесь у нас нет связи, и он сейчас будет откалывать просто снег. Мы будем растапливать, из этого превращать питьевую воду. Вот так в горах мы получаем чистую питьевую воду. Мы не можем тебя потерять в базовом лагере, брат. Ты должен дойти хотя бы до штурмового, бро. Что-то Димарик расфигачивает сразу. Да не, он дойдет дальше, просто он всегда так дает. Второй день в первом лагере у нас начинается с очень плохих новостей, Дима. Ему не стало лучше, тошнит его перманентно, то есть он постоянно ночью встает. Иван принимает решение, что мы спускаем нашего супероператора вниз, потому что издеваться так нельзя над человеком, потому что реально ему тяжело встать, человеку реально плохо. И дальше мы идем снимать на Соньке сами, с Иваном. Эта гора оказалось очень сложно. Сегодня у нас Дима так и не пришел в себя. И я еще ночью думал утром предложить Диме, что так невозможно дальше идти наверх, потому что даже мне тяжело уже. Ну вот и все, друзья. Портер пришел за Димой. Сейчас Дима выгружается. Дима уходит. Меня покидают силы. Я уже с трудом передвигаюсь по лагерю. Вряд ли я думаю, что я смогу подняться на остатках сил, потому что тут уже ресурсы организма начинают растрачиваться. Ну и если честно, я бы тоже очень сильно хотел бы сейчас спуститься. Это нормальное состояние, не болит голова, нам еще далеко идти. Пойдем-ка сегодня в базу. Его симптомы говорят о том, что возможно развитие язвы желудка. Вот, возможно, кровотечение, но обязательно вниз, потому что дальше будет только выше нагрузки. И рисковать, ну, как бы, здоровьем нет смысла. Все, братка, скажи нашим родным, что мы в первом кемпе, что у нас все в порядке. По рации в 9 часов, коннект. Эта съемка не последняя, у нас еще будет куча съемок. Следующая съемка в Антарктиде. Нужно поберечь силы, восстановиться. Я понимаю, у меня проблемы серьезные сейчас. Поэтому простите, друзья, но я спускаюсь вниз. Че, Дим? Пока. Давай. Горилом. Все, братка. Все. Все, давай. 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 Все, давайте, чтобы все было хорошо. Пока. Берегите себя.
Обязательно. Все, Димка ушел. И нас осталось двое. Так, друзья, у нас закат уже красивый. 20:58. В 21:00 должен Дима выйти по рации из базового лагеря к нам. Сказать, что с ним все хорошо, что все в порядке. Он должен был передать нашим близким, что мы тоже живы, здоровы. Вот ждем. Насколько Дмитрий ответственен? Сейчас узнаем. 2 минуты. Иван? Иван, прием, это Дима. Димон, ура! Как ты себя чувствуешь, Дима? Отлично, все хорошо. Дим, принимаем информацию по погоде. Уточни, пожалуйста, на какое число тебе нужна информация? 22-23. Ты до завтра, до утра не подождешь? Да, Дим, подождем, конечно. Расскажи, как твое состояние? Состояние отличное, на заднем плане режет лук. Ты разместился, скажи, все окей? Да, я все сделал. Договорился. Ладно, окей, мы пойдем спать, завтра выходим во второй кэмп и ждем от тебя завтра погоду. Во сколько связь? Я не знаю, утром Иван сказал 8, это нормально, нет вообще? На кухню я в 8 часов приходил. Может быть, в 10? Мы выйдем, наверное, уже, давай в 9. Окей, в 9. Ну вышел же. Все, Димка жив-здоров. Все, спокойной ночи. Завтра мы пойдем во второй лагерь. Ладно, все, увидимся завтра. Дима вышел на связь. Начнем с погоды, Иван. На какое число тебя интересует погода? Раскрой только 22-23. Какая там динамика? По ветру на высоте, на вершине. 22 утро 50, после обеда 30, ночь 35. 23 до обеда 35, после обеда 30, ночью 40. Да, в целом ветер на понижение, пока прогноз благоприятный. Принял. Я надеюсь, мне позволит организм дойти максимально высоко. Держите кулаки, болейте. Аконкагуа – это реальный экстрим уже. Это сложно, это экстремально, и силы гора забирает. Ну, не я. Так, задача сегодня – дойти до второго лагеря, так? Да, идем до второго лагеря. Переход небольшой, но учитывая высоту… Большой. Нагрузка, да, одышечка, все дела. То есть мы наберем 500 метров, да, где-то? Да, 500 метров. 5200. Ну, 400 метров это Эльбрус, стали брусы. Позитивно. Полпути есть. Вроде все норм. Мы полпути прошли за час. Ровно за час. Это быстро, да, мне кажется? А теперь отдыхаем. Потому что, как говорится, даже машины ломаются. I think that brothers from Russia, they are mentally prepared, they're strong. I know the guide Ian, and I think they have a good gear, and they will do it. Ну что, прошли половину пути до второго лагеря. Темп отличный, обогнали даже несколько групп. Леха держит шаг, погода тоже нам благоволит. Еще 100 метров, это высота Эльбруса уже, да? 5042 до высоты Эльбруса. А мы на 5572. Мы будем сейчас расселяться, климатизироваться 2 дня. И после этого... Самое сложное, да, Иван? Все нужно забыть, да? На самом деле, полное удивление, насколько люди все пришли радостные, что все дошли до второго лагеря. Все поздравляют друг друга, у всех атмосфера невероятная. Есть маленький шанс, что компания из Гранализ, или как так она называется, у нее есть интернет. На 5600 надо позвонить близким, на 5600 по Wi-Fi. Алло, алло, на 5600. Взять, какое счастье. Кто тебе сказал, что не романтичный? Высота 5600, я нашел интернет. И звоню тебе. Ну вот, кто тебе когда-нибудь позвонит на высоте 5600?
Каждый раз задаюсь вопросом, зачем мы идем в горы, знаете? Чтобы простые радости стали гораздо вкуснее. Кока-кола, которая была в заначке. Естественно, без сахара. Это самое вкусное сейчас, что можно выпить. Опять же скажу, выбирая между горами и морем, даже нельзя, нельзя на противовес ставить. Горы – это невероятно просто. Начинает прям холодать. Я полностью уже в термобелье буду спать. На первый взгляд могут показаться условия непригодные для жизни. Но поверьте, прям нормально. Ладно, все. Спокойной ночи. Друзья, у нас сегодня целый день оклемухи, и мы решили показать обзор, распаковку на наш лагерь. Итак, первая распаковка – это гид Иоанн. Теперь он, как раньше, говорил, что это наш гид, теперь это мой гид, потому что у нас осталось всего двое. У нас здесь первый баул. Ребят, все очень непросто. Здесь у нас кока-кола, газ, сыр на всякий случай, обвязки, веревка, с которой меня будет привязывать Иоанн. Очень много газа. Почему? Потому что нам нужно топить очень много воды. Здесь мои носки на восхождение. Дальше у нас здесь пресная водичка вкусненькая. Естественно, никак не может не сравниться с кока-колой. Потом лежат наши ледорубы, привязаны всеми возможностями. После того, как у нас отлетела нафиг палатка, солнечная батарея, которая заряжает наши пауэрбэнки, потому что здесь невозможно нигде найти электричество. Здесь лекарства различные, здесь фотоаппарат, здесь таблетки, которые необходимы, если что-то произойдет. Естественно, термос. Это быстрый, краткий обзор на нашу палатку. Там мой рюкзачок. Это наш лагерь, с которыми мы будем вместе пытаться зайти на вершину Аконкагуа. Так, Иван, завтра у нас, расскажите, пожалуйста, выход к третьему лагерю, правильно, где-то в 12. По сути, завтра день X, потому что мы выходим, ну, в суточный марафон. То есть все, что было до этого, ребят, это было еще так. Это был детский сад, завтра начинается высотный альпинизм. Нон-стоп, осознанное страдание. То есть мы завтра идем в третий лагерь, поднимаемся на 400 метров, там спим 6 часов, и в 2 ночи выходим на штурм. Выходим на штурм. Завтра все станет ясно. Очень страшно. А у нас вечерний променад, вечерняя прогулочка, естественно, 9 часов вечера. Узнаем, как дела у нашего Димы. Я на свой язык слушаю. У нас все хорошо, батарейка убраться. Вот, погода отличная, самочувствие на 5 с плюсом. Готовы были идти сегодня, но решили не спешить и все же денечек еще отдохнуть. Завтра выходим в третий по плану. 22-го штурма. Скажи, пожалуйста, как себя чувствуете? Чувствую себя хорошо. Нет повода вам переживать. Спокойно поднимайтесь, все будет хорошо. Я вас верю, вы молодцы. Вы машины. Так что только вверх, только до конца. Я вас жду, мы вас все ждем. Ну все, давай, все, спокойной ночи. Так, ну что, завтра день Икс. Мы пошли спать. Увидимся завтра. Доброе утро. Ну что, сегодня день Икс. Сейчас мы уже вещи собрали, смотрите. Нервничаю безумно. Руки, ну, не дрожат, конечно, но внутри все клокочет, потому что... Представьте, сколько дней мы жили в этой палатке. Сколько времени потрачено. Жалко, что Дима уже нет с нами, но я очень рассчитываю на то, что у нас получится зайти все-таки. Многие знают миф о том, что на высоте прям завязать шнурки – это большая сложность. Мы решили проверить этот миф и показать вам. Специальные высотные ботинки, которые я купил перед отъездом, называются они Кайлас Эверест 8000+. То есть, ну, чтобы у меня ноги не замерзли на высоте. Это реально очень сложно. Одышка сразу же. Ну что, добрый путь. Мы пошли в третий лагерь. Мы забираем тебя в наше путешествие, в это экстремальное путешествие. Друзья, если вы досмотрели до этого места, вам обязательно нужно подписаться, потому что сейчас, вот эти сутки, начнется экшен. Большая высота, большая гора, сложности. Ну и такого никто не делал, вот такого крутого фильма, друзья. Ивану огромное спасибо за то, что он уже довел меня до 5600. Это огромная высота, друзья, это огромная высота. Вот, но наша задача – зайти на самую высокую вершину в Южной Америке. И мы приложим все усилия, чтобы это все получилось. Высота 5700. Напомню вам, Иоанн Чичнев, что высота Эльбруса 5642 метра. Ваши комментарии. Хорошо, идем. Отличный прогноз. Поэтому супер все.
Так, высота 5800. После этого хочется развернуться, да? Это мул, да? Иван, это мул? 190 метров, и мы превысим высоту Килиманджаро. Так, ну что, гармины показывают 5900. Ну, для понимания вам, это уже высота Килиманджаро, вершина Килиманджаро, самая высокая вершина Африки. А здесь это даже еще... Ну, это дело к штурму идет. В общем, мы сейчас подходим к такому месту, как называется Берлин. Это разрушенный старый такой тоже штурмовой лагерь. Нам он не нужен, мы идем дальше, мы идем до Плаза Корея. Это будет высота 6000 примерно, где мы останемся на небольшую такую... ночлежку, спим и выходим на штурм. Ради вот этой красоты стоят эти горы. Момент, когда ты на высоте 5950, ну почти 6000, ты становишься настоящим человеком. Ты перестаешь думать о чем-то материальном, о деньгах. Здесь ты поддаешься эмоциям. Я, например, думал о своей маме. Очень. Каждый раз, когда тяжело в горах, такое ощущение, что помогает. Думаю о дочке. Что она годится. Вот, пофиг, сколько у тебя денег. Пофиг вообще все. Вот близкие болят, тебя поддержат. Это самое главное. Горы, короче, вот прям где-то в душе тебя забирают. Мне показывают, какой ты человек. Настоящий. Без всяких глаз. Ребят, смотрите. Идет какая большая, огромная туча. Просто чернючая. Надеюсь, у ребят все будет хорошо. Успеют они проскочить и выскочить, самое главное. Блин, очень сильно переживаю. Is this trouble? No, some clouds. It's just normal. Yes? Yes. It's too hot. But now there are some clouds coming, and I don't think it's trouble, it's normal. Знаете, друзья, к моему удивлению, мы сейчас находимся на высоте 6000 метров. Мы с Уаном решили все-таки перекусить. Реально думали, что ничего не полезет, но есть хочется. Цепляемся уже потихонечку все-таки здесь. Я шапку поменял вот на более теплую. Почему? Потому что, конечно, становится холоднее гораздо. У нас с Иваном идут последние приготовления. Мы все готовим сейчас. Подготовка к штурму. Даже, смотрите, носочки я прячу. Это которые идут туда, в высотные ботинки. Специально в спальный мешок, чтобы они грели, что когда мы встанем ночью, будет очень холодно, чтобы они были тепленькие. Пуховые штаны, носки для восхождения, маска на лицо. Здесь перчатки, телефон, еще одна флиска, еще одна флисовые штаны. Термос обязательно. Здесь у нас маска. Ну, потому что очки, что, возможно, будет очень много снега и, возможно, будет очень сильно слепить. Там пауэрбэнки. Естественно, если что-то разрядится, и мы это не снимем. Сейчас время. Почти 7. Встанем мы где-то в 12. Лех, подъем. Как ты? Че, уже 2 часа? Да, 2 часа уже. 13. Гораздо нет. Че, все, одеваемся, да? И потихонечку раскачиваемся или как? На губу такое ощущение, как будто просто в хлам. Ладно, окей. Да, 13. Слушай, ветра вроде нет, да? Да, без ветра, нормально. Слушай, ну, даже как-то нормально. Блин, голова. Сейчас раз дышится, да? Я думаю, минут 30 разойдемся, и нормально будет. Ну что, в глазах страх, штурм. Всегда, когда слово «штурм» слышу, всегда страшно. Еще все уже. У нас осталось на этой горе вот это приключение идти на вершину 900 метров вверх. Все, удачи нам. Держите кулаки. Мы идем. Так, мы идем. Первые шаги. Лёты серьезные. Дошли до Индопензи. Такая знаковая точка маршрута. Дальше у нас скоро начнется уже косая полка. Там и до вершины недалеко. Но идти 64 часа, часов 5 минимум. 5:36 утра. Это 6000.
390. Я надеюсь, мне позволит организм дойти максимально высоко. Держите кулаки, болейте. Страшно очень, но я надеюсь, что мы поборем этот страх. Сейчас мы находимся на так называемой по-русски косой полке. Здесь особенно чувствуется ветер, вот эти порывы, очень начинается рассвет, где-то метров 500 до вершины. Кажется, число неимоверное просто. Но мы уже прошли больше половины, поэтому терпеть, еще раз терпеть. Просыпается внутренний голос, который говорит, зачем тебе это, не нужно. Честно вам скажу, тяжело, невыносимо. Камеру должен включить, потому что красота. Я всегда говорю командам, участникам, не верить себе. Осталось 390 метров. То, что сил нет, это вообще ничего не сказать. 390 метров до вершины. Ну, чуть меньше. Но вот сейчас маршрут напоминает ад. Пришлось сдаться каждую секунду. Я считаю, что гору надо уважать. Если ты хочешь обмануть ее и переиграть, возможно, что это плохо кончится. Осталось ровно 250, может, 270 метров до вершины. Мы разгрузились полностью, горелку всю. Оставили, я даже свой рюкзак оставляю, но так как я все-таки в горах не такой крутой, как гид Иван. Так. Вон, что гора. 6000. Я еще не вижу, но он даже лезет. Семитысячник, 6961 метр над уровнем моря. Верьте в нас и держите кулачки. Горы. Это невероятно. Мы пообещали подписчикам, что мы выполним план 7 вершин. Аконкагуа – это реальный экстрим. Сейчас я увижу ее. Увижу ее. Даня, врубай мой музон. Теперь точно можно. Вот он, вершина. Иванчик уже здесь, ребят, в отключке. Меня еще нет там, где меня еще нет. 6960,08 сантиметров. Мы сделали это. Там, где меня еще нет. Самая сложная вершина из всех. Но третья вершина есть. Самая высокая. Вершина Южной Америки. За нами. 6961 метр. Развивается флаг лига. Самое крутое общество в мире. Теперь точно. Выше ни один флаг, ни одного лейбла не поднимался. Ну и наверное, заметили, что у меня в этот раз два флага. Если бы не вот эти ребята, то ничего бы не было. ВК, спасибо большое, что даете реализовывать такие невероятные проекты. Это первый выпуск. Как только набирается 80 тысяч лайков, мы с Best Friends едем в самый опасный пролив в мире Дрейка. Ну и, конечно же, трек сделали, флаги показали. Самое главное, это осталось, Иван. Еще бы дома мне сказали бы, а где камень, дочь? Новую коллекцию моей дочки. Новая вершина взята. Третья из семи. Дальше больше. Мы сейчас стоим на самой высокой точке Южной Америки. Невероятно. Все, люблю, целую. Жду ваши лайки. Ну а вы ждите самый уникальный контент.